трассе продолжается. 8 километров и 7 позиций. Дороги довольно широкие и будет довольно интересно уже между машинами. Что у нас? Две позиции практически мы сделали. Ну, вот так я подрежу. И, походу, отстает от нас. Сделаем чистый обгончик и ближе соперник через 3 секунды. Ребята едут просто группой. Осталась последняя позиция, довольно быстро всех сделали. Ох, ускоримся вот так, подрежем его буквально, чуть. И осталось 6 километров. Довольно всех быстро сделали. Так, на правую сторону. Ух ты, как промчались-то. Осталось 4 километра и последний гонщик. Им нужен ты, Джек. И, походу, у нас какая-то мафиози. Черные отметки. Черные тачки за нами, что ли? Очуметь. Ну, подвинься, брат. Да, видно, черные отметки прямо позади нас. Вот ты в мясо будет, походу. Подрежем их буквально чуток. Осталось 2 километра, побольше нитро набирать. Нас еще обгоняют даже. С ума сойти. Нас еще отстреливают, нас еще обгоняют. Осталось 1,5 километра. Нужно побольше нитром. Входим в воздушный кармашек. И сейчас будет в отрыв уходим. Ух ты, да. 800 метров осталось. 700 метров. Мафиози на хвосте. Реально на хвосте, друзья. Нужно что-то делать. Мафия, друзья, 8 километров, 3 соперника и 2 тачки с мафией. Это будет покатушки. 28 перед нами. Скоро будет уже Нью-Йорк. И уже войдем в десятку. Хороший был подстрельник. Давай на встречку. Нам побольше нитро нужно. Вот так спокойно, чисто обгончик. При скорости 283 км в час. Спокойно обогнали. 6 секунд, практически уже впереди. На встречке ребятишкам очень сложно. Я слышу, походу машина врезалась. Так, дифтовьем маленькую. Так, вижу своего соперника. И мафии нет, спокойно уже едем. Берегем нитро для хорошей погоды. Вот можно ускориться. В самый раз. Осталось 13 секунд, и нужно как-то его делать. Я уже все нитро использовал. Впереди вижу мафию, и что-то она там задумала. Ух, ребята, промчались-то. А тачка, походу, врезалась. Давай-ка еще на встречку. Нам нужно побольше нитро. Так, будет резкий поворот налево. Там еще грузовик. Ух ты, жесть, какой резкий поворот-то. Осталось 2 километра, и последний соперник. Так, нужно по прямому участку прибавить скорости. Давай тут прибавим скорость, еще мафия перед нами. 20 секунд остается, и нужно как-то его делать уже. Либо сейчас, либо никогда. Входим в воздушный кармашек, в принципе, неплохо. Остается 13 секунд, это очень напряженно. 10 секунд, на встречку выезжаем. Это будет очень опасно. Ух ты, 900 метров. Хороший подсыральник ему. Мне тоже подсыральник. Осталось 600 метров, и камера быстрее меняйся. 11 секунд. И 200 метров.